Итак, друзья, начинаются танцы с бубном вокруг ключка бензобака. Погода минус 3. Накануне была там плюсовая температура. Два дня я не пользовался. Вот теперь начинается. Так, берем рычажок, поднимаем, идем смотрим. Вот, результата никакого. Он не открылся. Не знаю, чем. Вот у меня под руками есть просто силиконовая смазка, которую я принес из дома. Она плюсовой температуры. Может быть, что-то даст. О! Оттаяло. Вот. Но это мороз небольшой. В прошлом году у нас зима была хорошая, поэтому приходилось плясать часто. Размораживатели и все остальное. Вот дурацкая конструкция. Сделали бы что-нибудь простое. Нет, этот тросик. Ну ладно, слава богу, все получилось. Ну все, пока.